Гуманитарный склад на улице Пушкина – это место, где человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может взять вещи первой необходимости и для взрослых, и для детей. Одежда, обувь, игрушки, коляски – все это можно подобрать на любой возраст и размер. Но сейчас нескольким саровским семьям нужна мебель. Маленький раскладной диван, детский стол и стульчики. Еще для погорельцев в городе Саров просим холодильник БУ небольшой, то есть у человека не осталось никаких вещей. В Саровский центр милосердия часто обращаются из Дивеева. В сентябре попросили помочь с велосипедами, детским и подростковым, а также бытовой техникой для кухни. Чтобы готовить еду, нужна мультиварка. Волонтеры всегда откликаются на призывы о помощи и всегда находят способ помочь. Звонят по телефону центра милосердия, могут назвать там, в чем нуждаются. Мы собираем так называемую посылку, добрую посылку. Вещи для дивеевцев передают либо через добровольческий пункт выдачи, либо привозят на дом нуждающимся. Анна Куцых напомнила, чтобы получить помощь, нужно прийти на гуманитарный склад, написать заявление и выбрать необходимые вещи. Если чего-то еще не смогли подобрать, то эта заявочка остается, и мы по ней работаем. Потому что люди постоянно подносят вещи, и среди новых вещей может оказаться то, что им было нужно. Передать вещи можно через церковный гуманитарный склад, который находится на улице Пушкина, дом 24А. По вторникам и четвергам после 5 часов вечера, а в субботу с 9 до 12 часов. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.